Такого не будет никогда.
перемыкаем, и отсюда ему там отливки запускают. Который никогда он пойдет такой, если только это будет не совсем на мечте, или там, если борец еще только так мы стоим на работе. То есть все на пределе внимания, на пределе дистанции. Я буду вычислять дистанцию. С какой дистанции он сможет меня ударить? С какой дистанции он сможет меня атаковать? Понятно, да? То есть я не подойду, но могу не выйти дистанцию. То есть не должно быть такого, что встали мы здесь, и он еще не может. То есть вот это просто дистанция, вот это. Я могу быть готов. Да,
Запускаю ножки и прохожу на удушающий. Как делается сам удушающий? Не то, чтобы не лезть, а уже будет сложнее. То есть есть ребята, которые сразу, только их берут на этот удушающий, он сразу да-да-да, вот эту руку отключает вниз, и все, и опять садятся. Опять их отключают. Вроде бы и прошла, да, вроде бы и шея, вот она уже, осталась задушить. А не могу, потому что постоянно отключают ее. Вот это не переход. Я, например, всегда, когда я, вот он как бы не прятался, когда я запускаю ноги, я что делаю? Я вот этими вот частями, вот эти вот пальцы, фалангами, прохожу, начинаю от ушей вот здесь вот, за подбородком здесь вот, за бородой прохожу одной рукой, прохожу двумя руками, одной рукой поднимаю, то есть поднимаю его бороду, и как бы он не сопротивлялся, он все равно поднимется. То есть я пошел, вот как бы он не сопротивлялся, он ее поднимет. Он ее не удержит. Какая бы мощная шея ни была, я все равно ее приподниму. Я все равно открою пространство, немножко хотя бы вот оп, и все, и здесь я уже пропускаю руку. Не надо глубоко запускать. Не надо, как бы я ни делал одной рукой, второй рукой. То есть вот здесь я все равно. По вот этим частям я пройду, он как желобок такой, он все, он приподнимет, он как, рука пройдет туда. Я пропускаю и одной ручкой приподнимаю, второй прохожу. И вот здесь моя задача его просто закрепить. Не надо давить больше, чем затрачивать больше усилий, чем требуется. Всегда вы почувствуете, насколько вы перекрыты на кислород, скажем так. То есть ровно настолько. Да, чтобы он не надо затрачивать больших усилий, потому что борьба бывает разная, там бывает даже из таких положений уходит, бывает там стряхивает, уходит, там терпит, другого разворачивает, еще разные ребята бывают. То есть это уже на то, насколько чувствует он это положение. Я, например, пропускал, да, вот все, раз, и все, и вот здесь вот я уже контролировал. Я, во-первых, контролировал голову, чтобы он ее не крутил, во-вторых, прижимался, и все. И как он, руки, убираем руки. Как бы он не цеплялся, я прикладываю ровно столько усилий, чтобы не поступил ему кислород. Понятно, да? То есть, если я пропустил, я вот держу его с определенной, он ему не поступает. Он руки включает, я ровно настолько, насколько он включил руки, я ровно настолько его придавлю еще. То есть, ровно, чтобы не затрачивать лишних усилий. Понятно, да? И здесь ваша задача, то есть я пропустил ручку, и все. И моя задача его подцепиться, как удар, и держать именно с той силой движением, чтобы он удался. Если вы чувствуете, что удушающий проходит, здесь главное потерпеть. Как бы он ни цеплялся в ваши руки, здесь главное потерпеть. Буквально 5-7 секунд, и все. И он будет сдаваться, либо отключится. Ну, не отключится, скорее всего, сдаться. Когда на сонной артерии ложится рука, да, он бывает засыпает. Здесь надо внимательно тоже. Здесь надо не спешить его как бы совсем отпускать, потому что есть такие, что обманывают. Да. Здесь надо дать знак судье, если вы чувствуете, он начинает. Надо сразу дать знак судье и отпускаешь. То есть такая работа. По вот этим частям проходим. Одна рука проходит, поднимает, вторая. Проходит под низом. И вот здесь не надо глубоко запускать, не вот этой частью, а вот буквально вот, это, вот этим вот местом. То есть рука прошла, а не вот этот замок. Вот боксером, не боксером, да, если там внизу, вольником, да, а вот боксерский замок. Многие знают, не многие, все знают. Либо вот. Ну, этот режет, в основном вот этот замочек.
То есть прошел, одной рукой приподнял, второй пропустил, и сразу ее накрываю, и все. И все. И дальше он сдается. Работа. То есть от прохода в ноги Я пошел раз, два, дальше у нас там заключивались, и вот
бросочек, да, любую сторону. Без разницы. Вот здесь я бы обратил ваше внимание на то, что я сбиваю по инерции. Во многом бывает, когда я прохожу там с атакой раз-два, и все, и пошел. Понятно, да? То есть, как правило, еще если он пропускает удар, то он совсем теряется. То есть легкое попадание, оно дает, сбивается как бы внимание. То есть я смотрю на него, легкое попадание, я уже вижу не воду, а что, то есть мне надо вернуть хотя бы миллисекунды вернуть его во внимание свое. Но этих долей секунды хватает, чтобы я уже пошел на свой прием какой-то. Понятно, да? Вот именно, я говорю, ногой попал, попавший больно, и так далее. То есть вот это первое движение, то есть я попадаю, где-то бэн, попал, и все. Дальше. Кто зарасовывает именно арбитр, ваше положение. Для ММА и других видов, вот, которые бывают не так внимательно, не так преследуют, то есть не настолько внимательно, даже тоже дзюдо, я всегда говорю, это понятно, что чистый бросок, это красиво, это всегда очень здорово, там, самое, то есть можно выиграть чистым броском, когда вы бросаете на спину чисто и оставите стойку. Но таких, это единицы, но это надо почувствовать, этот бросок. А так вообще вот дзюдо, допустим, надо бросать, когда вы бросаете, как бы он ни шел, чтобы не было там, любой прием, какой я бросаю, да? Моя задача закончить, то есть могут дать пьюха там, в азаре, что угодно, то есть могут дать нечистый прием, даже если упадет на спину. Моя задача сразу его преследовать, сразу же, нулевое удушающее удержание. То есть я должен заканчивать свою атаку только когда я ставлю стоп, чисто победа. Понятно, да? Дальше у нас ММА. То есть не должны вы это, потому что я его бросил. Где-то сам завалился, то есть вы бросали, где-то сам завалился, перекрутил, и все, и схватку проиграл. Он вышел наверх, и здесь вы уже начинаете думать, как мне отсюда выбираться. Ни в коем случае. То есть каждый бросок, каждое движение, которое бы не было, моя задача занять положение и удержать. Контроль. Первый, прежде всего, контроль, а дальше я уже смотрю по ходу действий, как мне развивать свою атаку. Сейчас такая работа будет. Начнем с простого. Захват крест-накрест. То есть с этого положения вы должны почувствовать его корпус, как он ходит. Не надо делать такие движения. Встали друг к другу, задницы так отвлечены. И стоим. Только вот там перебирали. Начинает как два или раз, другой, два. То есть не надо этого делать. Я его чувствую. Я ни в коем случае. То есть если он меня старается подогнуть, тогда да, тогда я должен идти, брать спину. И то. То есть вот здесь, да, главное, чтобы он не отключил спину. Чтобы не поднял. Да, он не поломал. Поэтому я убираю ровно настолько таз. Давай. Ровно настолько таз, чтобы он меня не зажал. И какая работа. Перекрываю мошку. То есть все, что я двигаюсь. Все, что я двигаю. Вот шагнул, а я не шагнул. Понимаете? И встали, да? Вот он, видно, он убирает на другую ногу. И вот стоящий, я уже могу его атаковать. Понятно, да? Делаю шаг, небольшой зашаг. Не просто перекрываю эту ногу, и отсюда начинаю его разворачивать. Два, включать себе тренировку максимально. Вы должны понимать, что каждый бросок, каждое действие, каждый удар должны выходить очень легко, без затраты лишних усилий. Хватка была длинная. Обычный бой 3 по 5. А иногда бывает, что приходится 2-3 боя провести. Там, я не знаю, титульный бой в кроссфе, это вообще 5 по 5. Поэтому не прикладывайте лишних усилий. Взяли, сейчас такая работа, взяли крестный захват, зашагнул ножкой за него и... Ваша задача почувствовать его корпус, почувствовать, как он двигается, как он, вот это вот движение, вот, то, насколько вы его можете контролировать. Вот, все, вот он пошел. Все очень просто, все очень легко. Попробуем почувствовать.
Сесть, пожалуйста. Я шагнул в копию.
Наработка, это сейчас мы работаем, чтобы вы уяснили.
А вообще наработка, она должна быть, то есть если мы работаем, да? Если мы работаем, то максимум, То есть нарабатывать, чтобы как-то приближено к соревнованиям. Сильная тематика, потому что бывает тоже. Вот ковер очень мягкий, то есть работа чуть пожестче. Приближено к соревнованиям. Когда на соревнованиях вы будете выходить, и сможете работать так, как вы привыкли. А то вот у нас тоже там, у меня там уже начинают ребята провести. Там взяли на плат, походили. Друг друга там красно, руки где-то там далеко, ноги там непонятно где. А потом выходит на соревнование, вроде бы надо что-то сделать, а по-другому работать уже не может, уже а руки там, задница в другом месте, там, ноги вообще непонятно где, понимаете? И бросать не может быстро. То есть, как вы должны нарабатывать, так максимально приближенно к соревнованию. Сейчас такая работа, когда очень часто бывает такое положение, когда обе руки запускают. Вот здесь надо уметь работать. И когда и когда я запускаю. Вот для меня, например, когда я запускал две руки, вообще не составляло никакого труда. Я настолько чувствовал. Ну и когда их в принципе с этой положение тоже. Я сложновато как-то. Вы должны чувствовать себя в любом положении очень хорошо. То есть это надо наработать. Если не получается, если вы падаете, приучайте, давайте его бросать, два полета, день полета, месяц полета. Но вы найдете, первый месяц пойдете там, не знаю, первый день, 10 раз, 40 раз, второй день уже, 20 раз, третий день, там, через месяц уже будет падать один раз, может, а может вообще уже не будет падать, понимаете? То есть ваши минусы надо превращать в плюсы. Ваши неудобные положения надо превратить в такое, чтобы вы в нем плавали, в нем могли работать. Я не знаю. То есть такая работа, то же самое, то есть его задача будет меня подломать, а моя задача ударить пальцем ровно настолько, спину, ровно настолько, чтобы он не сломал. То есть вот, вот здесь вот я уже гораздо сильнее, потому что он включил мою спину. То есть моя работа, моя задача работает все такая, чтобы все брать так ровно настолько, чтобы он не включил мою спину. Понятно, да? И здесь такая же работа, в принципе, вот эти вещи, они, их можно чувствовать. Но это уже зависит от того, насколько он ее дает. Понятно, да? Начинает вытягивать. Начинает вытягивать. Вот он. Вот он вытягивает, начинает вытягивать. А уже расшагивает, он не чувствует. А это уже, даже если я его не брошу, по правилам в таких моментах, когда он пошел, руки рассекает и пытается поймать его на месте. То есть вот это, такие вещи надо видеть, надо чувствовать. То же самое, вот эти вещи, вот она вот зашла ножка, видите, ничего особенного. А усилий минимум. Еще для бойцов, вот, если вы занимаетесь, сам там еще какие-то ситуации. Как правило, вот вы вот эти движения, когда пробивается, да-да-да, сразу опускается руки, сразу опускается руки. Как только он взял, упал, вот положил, сразу все, уже это другое положение. У меня так не сложно. Понятно, да? Сейчас пара. Работа с таким полусопротивлением. Не надо упираться, не надо, не знаю, там, прикладывать максимум своих там, усилий. Моя задача. Работаю, допустим, сначала я работаю. Давайте так. Сначала его работа. Какая задача его выкинуть и сюда. А его задача вот из этого положения. Ну что это? Его задача уйти. А его задача перевести, его задача сделать такой счет корпуса, за счет
своего завода. Сейчас такая работа. Обратите внимание, тот, кто запускает руки. Вообще не меня, он начал сюда куда. Не знаю, что надо перекрывать вот эти вот это, конечно, не идеально. А вот здесь моя задача почувствовать его корпус, он здесь в другую сторону он пойдет. Только вот эта вот сторона, вот эта корпус, она уже в другую сторону пойдет. Куда бы я его не бросал, для меня, например, это хорошее. Раз, два, в другую сторону. Это все, оно будет проходить. Особенно, когда он зажмется, когда он будет стараться уйти. Ничего сложного, он проваливается. Я не прилагаю лишних усилий. Я прилагаю только здесь. А дальше он повторяет. Дальше он будет двигаться туда, куда я его нашел. Понятно, да? Поработаем, поискали, почувствовали, что такое. Thank you.
этого захватываем. С этого захватываем. Без разницы. Но моя задача загрузить его. Загрузить его в корпус. Загрузить его. Не нравится, да? Я его не буду. Моя задача, сейчас возьмите двумя руками, чтобы вы поняли просто. Моя задача его загрузить. Я перекрываю ножку. Перекрываю. Загружаю его на счет вот этого как бы. Загружаю за счет своей руки, то есть я приподнимаю, и он встает на эту ногу. Вот эти вещи, ну, то есть я не даю ему шагнуть, я не даю, я его загружаю на эту ногу. Вот эти вещи, да, все. И дальше он ее уже еще стоит, а я его загружаю. Дальше продолжение вашей атаки. В любую сторону. Главное его здесь тоже почувствовать, увидеть его ноги, увидеть его руки. Не нравится. Куда бы он не пошел, везде он полетит. Понятно, да? Да. Работает. Все очень просто, но синхрон это все проходит. Постойте. Послушайте. Есть много приемов, 400 приемов. Но, скажем, в борьбе, в бою проходит уже гораздо меньше. То есть у кого-то есть приемы там, коронки. У кого-то есть, если не сняли там штаны кимоно или трусы самбо, уже не проходят там те приемы, которые там могли пройти там за штанины, да, раньше, сюда есть. То же самое, если мы снимаем куртку, уже эти другие приемы не проходят, уже пластик не проходит, да, подбородок, все уже более как узная борьба. Также и здесь, вот эти вещи, они проходят не все. Не все проходят во время боя, они все проходят. Это все удивляет. То есть люди летают, люди падают. Вы занимаете более лучшее положение. То есть это не пустое, а именно то, что проходит только. Я загружаю его,
Я запушаю его в сторону и тоже смотрите, чтобы он не разворачивался боком, чтобы я его по минимуму. Да. Вот моя задача. Разгрузите его сюда. Вот вы тут на ногу. Как можно сильнее сюда. Понятно, да? На любую ногу. Правую, левую. Если это левую. Походу его ноги. Но вы должны ее загружать. Не просто прыгать, не просто двигаться. Потому что если можно просто двигаться, он будет прыгать. Понятно, да? А именно загружать его. Загружать его в сторону вниз. А? Да. И ножку под себя, чтобы он не спал. Понятно, да? Поработать. Thank you.
Thank you.
Извинитесь, тоже. Я могу. Thank you.
Я стараюсь поставить еще достаточно. Если разворачиваю руку туда, Thank you.
Thank you.
Здесь я включаю.